Так. Я реально думал, для него. Ну все, собственно, вы теперь знаете, кто вы. На экране у вас появилось либо либерал, либо фашист, либо Гитлер. 7 игроков, 2 фашиста и Гитлер. Соответственно, либералы видят только себя, фашисты видят всех, все роли. Гитлер видит только себя. Таким образом, у нас 2 фашиста, 1 Гитлер, остальные либералы. Фашисты знают друг друга, знают Гитлера. Гитлер не знает своих фашистов. Одна из его задач, да, догадаться, кто фашики, с кем ему можно играть. Вить, ну что, ты правила смотрел? Вот, говоришь, что более-менее да. Понял? Сейчас мы тогда... Вот мне роль показала, я могу нажать продолжить, да, уже? Да. Угу, все. Сейчас вот. Мы тогда... Что, это играть, ты вливаешься. Сразу его канцлером. А ну, кстати, пускай нуливается. Смотрите, наверху написано, что президент у нас Макривский. Это рандомом игра назначила. То есть Рома начинает, и он выбирает своего канцлера. И вместе с Ромой этот человек будет выбирать первый закон для доски. Рома президент выбирает канцлера Витючбе. Снизу голосовать, ребята. Да, снизу вытаскивайте карточку я или Наня. Я предлагаю поддержать, чтобы Видя. У меня просто иногда звончение, оглушение согласных. Давайте, я вас не подведу, выбирайте. Конечно, лол. Так, я, да, могу тоже нажать. Миш, тебе нужно теперь говорить дота, а не лол. Дина, я убираю карту какую-то, которая уйдет нахуй, да? Президент выкидывает карту, а канцлер выкладывает на стол. То есть президент выбирает ту, которую хочет выкинуть, а канцлер нажимает на ту, которую хочет положить на стол, разыграть. Да, хорошо. Так, чат, высказать знак секрета, если что, там правила, как текстовые, так и видео. Так, я, предположим, вот эту карту могу разыграть, да? Mm-hmm. Вы ее увидите, естественно. О, да, теперь она на столе. Короче, у меня было 2 синих, 1 красная, я ему дал красно-синюю. Получается, чтобы проверить его, да? Вы светите оба молодцы, и все, с вами можно всем играть. Так, секундочку. А с тобой я не буду играть, Элфер. Так, синяя, синяя. А со мной не надо, понимаешь? Не, ну смотри. Он дал синюю, красную. Да, чтобы проверить. Ты Макривский поиграешь со всеми остальными, потом сам ко мне приползешь, понимаешь, попросишь мне свою команду. Нифига себе заговорил. Возьми, пожалуйста, ты скажешь, возьми, Алсер, я поиграл со всеми остальными, красные карточки падают на стол. Так, Алсер фашист, он знает, что мы с Витей либерал. Не-не-не, все, я либералы, поэтому просто с нами можно играть. За все варианты с собой голосую Найн, следующие 5 кругов пока, ребята. 5 кругов! Дина, получается, в теории Макривский может быть фашистом, да? Да. В теории, да. И ты тоже можешь. Я точно нет. Смотри, да, ты нет, а вот он да. Он может, мог сказать... Нет, смотри, он мог сказать, если бы у него было синяя и 2 красных, например, и он да, бы он скинул. Сказал, он сказал бы, у меня было бы 3 красных. И мне не да, было. Да, и у меня сразу бы все подозрения. Да. И сейчас тоже есть подозрения. Подожди, стой. Так, на Витю тоже есть подозрения. Он мог, на всех может, есть. Он может быть фашем. На всех такой, есть типа, подозрения, да. Карту, он может быть замазанным фашем. Да. Или да, даже да, более да, того, да, Гитлера. Да, да, да. Смотри, Витя, теперь ты президент. Да, типа. Но судя по лицу Вити, он скорее уверенный синий, пока у нас за столом, если честно. Mm-hmm. Но, мне кажется. Витя, ты президент, подумай, кого ты хочешь взять своим канцлером. Кстати, напомню, пока вы выбираете законы, вы соблюдаете тишину. То есть вы не берете там карточки такие, ой, блин, только не это. Вот это так вот неудобно между вами переключаться. А мы так всегда делали. Здесь получается, оно пока что более-менее рандом, правильно? Потому что я со мной ничего не знаю практически. Да. Ну да, по 11 на 5, да, и 11 Ну скажем так, Ками, Калсера я бы не брал. Ты можешь, можешь брать кого-нибудь из поздних, чтобы поиграть их. Потому что поздние часто отсиживаются. Давай тебя возьму, давай, Дина, давай попробуем. О, спасибо. Я поддерживаю это решение. Вместе мы приведем синих игроков к победе. Давай, Дина. Подожди, а если все против проголосуют, что будет? То не будет. Если 50 или более против, то президентство к следующему переходит. Кто у нас? Читбанит и Дина? Да, конечно, вы что, ребят? Без меня ж голосование. Я ж только с собой за голосование против. Голосуйте или проиграйте. Кто-то не проголосовал. Я не проголосовал. Я на ваши лица смотрел. Витя, можно, пожалуйста, вопрос? Ты выбираешь меня своим канцлером и сам голосуешь против? Нет, конечно.
А, там видно, что я голосую. Я хотел проверить. Витя ББ. А можно? Подожди, там написано, в правилах было сказано, голосование в закрытую. В закрытую было сказано в видосе. Можно 30 секунд перерыва? Отойди пописи, конечно. Вить, смотри, в закрытую, в смысле, никто не видит, пока ты это выбираешь, а потом все выкладывают. Дина, это просто проверка была. Это просто проверка. Давай, давай, Витя. Ребят, давайте. Мне было интересно смотреть, что получится. Если Макривский хоть завалит одно голосование, то я проверенный синий игрок становлюсь автоматически. Так, Дин, мне пока ничего не делает, правильно? Что значит завалить голосование? Ну, в смысле, если ты скажешь там, ой, мне три красные достались, вообще, я смотрю, тут выбора Вить, не было, мы можем было, с тобой пока законы выкладывать, красный. Так что ты можешь уже... Смотри, ты сейчас нажмешь на ту, которую хочешь выбросить в мусорку, да. Ну, я убираю вот так вот. Такая вероятность ведь есть, Платер. Да, но вот в случае с Макривским я в нее не буду верить. Давай, Дина, что ты выберешь? Опа, ну и что там было? От выбора Дина сейчас будет зависеть... А, она выбрала, да, правильно? Да, мне пришло СК. Что ты вытащил? Что? У меня три, у меня две было красных, одна была синяя. Я, соответственно, одну красную убрал, Дине пришло одна синяя, одна красная. Хорош. Мне пришло одна синяя, одна красная, да. Ты уже чуть-чуть уже проиграешь. А получается, в сбросе... Много чат, пожалуйста, сделайте предложку паблика. По логике игры получается, что он либо мирный, Айхима. Либо он Гитлер. Потому что он пытается максимально показаться мирным. И единственная мотивация у мирного игрока, ну типа... Единственный мотив ему было не завалить ни один из этих воутов, это если он Гитлер, который очень хочет, чтобы ему верили. Но ну да, Гитлер обычно на самом деле так и играет. А сколько нужно Гитлеру законов, чтобы выиграть? Смотри, Гитлеру нужно, чтобы его начинает... Я по игре спрошу. Диночка, я пропустил. Что у тебя было? У меня камик было синяя-красная. Витя заявляет, что он вытащил красную-красную-синюю. А, то есть... Сделайте, пожалуйста, новый пост для паблика ВК, потому что там с пустым экраном. Сделайте с игровым полем, плиз. Либо Гитлер. Правильно. Либо Гитлер. Пока что я верю Витя. Сейчас я верю Витя. Ну, вряд ли в его первой игре... А мне? Ром, тебе я тоже верю. Спасибо, Дина, я тоже верю. Получается, Дина только что назвала меня фашистом. Правильно я понимаю? А сколько у нас... Макривский мне не верит. Смотри, ты веришь Макривскому. Я не сказал, Дина не меня верим. Назвала фашистом. Индикция пошла. Так подождите, может быть у нас, например, Joint Time Гитлер, а Карина и Камик его фашики? Нет, я не фашик. Дайте мне шанс, я вам докажу. Ну слушай, типа, да, нас не пикали никак. То есть, как сука, так голову. Сейчас, если что, Миша Алсер выбирает... своего. Так, а что, ну с Макривским, получается, сходим, ребят? Предлагаю всем проголосовать за. А я, кстати, за проголосую. Это что, это за меня, да? Да. Да, конечно. Алсер президент, Ром канцлер. Конечно. Идем в поход, получается. Поход. Там две это тебе не Авалон. Ну, понимаете, сколько синих уже этот? Сейчас, сейчас красный. У нас ушло 4 синих, правильно? 4, да. Что я взял? Нет, голосую один. Сброси 4 синих, да, получается? Откуда вы взяли 4 синих, если... Фу, 2 синих. Я выставляю на стол, выбираю карту, которую поставить? Да, выбираешь, которую... В сбросе 1 синяя, 2... Блин, была такая мотивация, если честно, вот я вам серьезно говорю, была такая мотивация 2 красных Макривскому скинуть и сказать, что он фаш. За что, блядь? Но ты вроде как ты либерал, да. Что было, что было там? 2 красных, а 1 синяя была. У Макривского была 1 красная, 1 синяя. У меня пока что все, кстати, по подозрениям, реально. Я что-то все такие прям позитивные, прям фашистов нет среди нас. Да я боюсь, просто у нас опять фашисты еще не сыграли просто. Камик, пойдем с тобой поиграем. Да, давайте фашисты поиграют. Да, давайте. Давайте фашики поиграют. Вы оставили, конечно, там 5 синих уже ушло, сейчас 100% 3 красных вылезли. Ребят, у Камика даже футболка говорит, что он синий игрок. Забейте. Ой, только не рви на себя, пожалуйста. Дина, я готова принять удар на себя, давай. А как нам Гитлера загасить-то? Смотри, загасить мы его сможем только если у нас будет 4 красных карты на столе и на четвертом или пятом ходу мы сможем убивать игрока. Угу, все понял. А я ради интереса проголосую за, кстати. Так, это кого? Так, президент Камик. Камик плюс Карина. Да что там голосовать-то? Какая разница, кого брать? Там все равно 3 красные. Ну, сейчас первая красная появится, да, я думаю, сейчас. Там просто осталось одна синяя. Я готова. Там 2 синих. Там 2 синих и очень много красных. Камик, как ты считал, что у тебя там 1 синяя? Или ты знаешь больше, чем он? 4 же ушло. Дина, камера выключилась. Да твою мать! Горит в аду камера. Мою не надо. Да, не твою, Рома, сори. Так 4 ушло. У Вити было 2 синих, 1 красная. У кого? У Вити было?
У Сиора было тоже две синих, одна красная. Не, почему у меня две синих было? Почему у меня одна синяя была? У меня две красных была, одна синяя. Ага, ну да. У нас два боута было, по две красных и одна синяя. И один был две синих, одна красная. Того ушло четыре синих. Удачи, короче. Три красные были? Да. Две красные, да. Ну, понятно, понятно, понятно. Ну, у меня две красные были. Ну, ясно, ясно. Давайте отсекать. Ну, я говорю, я готова была принять этот удар на себя. Вы можете проверить. Так, еще. Так еще рано, нет? Не знаю. Ну, по такой смотрите, логике все хорошие, правильно? Я предлагаю, какой у нас сейчас Витя третий, да, сейчас будет кто ходить? Дина? Блин, у нас просто более-менее хорошие воуты давали сейчас Макривский и Читбанит. Ну, как бы, Макривский у меня и синий-красный выбрал, положил синюю. Да. И Читбанит хорошо. Да, типа там уже нам бы, как было. Нам бы досидеть каким-то образом, хотя мы не сможем это сделать, правильно? До того, чтобы они пошли проверять, потому что, ну, Карине или Камику доверять проверку сложно. Либо можем сейчас с Диной любой воут заголосовать, и Дина пойдет проверять. Опа, вернулся там на столе красное. Я за, чтобы Дина проверял. Так, да, что было три красных, мне Дина, красных. Ты хочешь проверить игрока? Вот мы сейчас, вы сейчас три красные достанете? Ну все, супер тогда. А что достали проверять? Сейчас, говорят? Три красных. Три красные выпали. Дина, кого ты проверять будешь? А я думаю, либо Камика, либо Карину проверю. Что думаете? Почему? Ну, можете. Ну, правильно, правильно. А я за Карину. Ну, типа, в остатке за не, этого. Не, вы просто ну, да. Потеряете. Ну, хорошо, без проблем. Проверяйте меня. Дина, почему ты проверяешь? А она просто будет сейчас президентом, если у них выйдет красная карта на поле, то у игрока, который был президентом в этот момент, идет проверка в игрока. Mm-hmm. Но мы не знаем, какого цвета Дина, поэтому и ее проверка, соответственно, она может, ну, типа, понятно, да, там дать mm-hmm. настоящую проверку, дать фейковую проверку и так далее. Ну, я, наверное, с собой ну, Витю возьму, он со всех сторон синий. Правильно. Да, он синий. Лучше Рома, он последний закон принимал. Рома больше синий. Не, я больше ходов, по-моему. Ну, Витя поровну примерно с Ромой. Там особой разницы нет. Тут уже вообще, в принципе, фашем довольно сложно будет выиграть. Ну да. Давайте, я сейчас Витю возьму. Я. Так. А, спалился, Витя, все. Нет, все нормально. Либералы же тоже по-немецки говорят. В чем проблема? Давай, Витя, сейчас. Так, там две синие, да? Сейчас куда-то. Кто-то не проголосовал. Я извиняюсь. Я. Так, я по чесноку скажу, ребят. Что ты скажешь? Мне обманывать вас смысла нет. Только сначала выложи, а потом говори, да. Так здесь две карты всего, правильно? Да, и ты выбираешь ту, которая пойдет на стол. А, ту, которую именно на стол я нажимаю. Да. Это важно. Все, я на нее нажимаю. Вот. Оо! Сюда, либералы, вперед! Вообще существует. ККС. ККС? Мы теоретически, если прям очень хочется затроллить именно фашистов, мы можем скипать все голосования и, ну, за 5 кругов мы когда-то достанем синюю карту рандомно. Ну, там после 3 скипов рандомно выкладывается. А, я и говорю, рандомом... и мы можем и скипать, и у нас, скорее всего, рано или поздно выйдет синяя, и мы точно победим. Да ну, фашисты мы так сейчас не сладко. Джоин, хватит перебивать, ты уже этот, может, вы выберете его? Он вообще не играет. Он играет вообще? Я тоже хочу, чтобы Джоин поиграл. Карин, возьми Джоин. Сейчас Карина. Ты задолбался их перебивать, как клик. У меня остается Камик, Джоин и Карина. Так и получается, да, скорее всего, Джоин Гитлер. Ну, я не очень вышло, что... Ну, получается так. Я не фаш, так что ищите последнего у себя в компании. Так, куда? Да, вы дали... Не, ну что, получается ЧБ мирный, Макривский тоже, Олсиор тоже. Почему? И Дина тоже. Я ничего в этой игре такого прям алибераливающего не делал. Алибераливающего. Да. Вот бетон либерал, типа бетон... Дина камера. Это читбэн. Ёкарный бабай! Рома тоже. Да, Дина. Так, дайте я сейчас проголосую. Не, бетонные игроки становятся опасными, когда их начинают номинировать, типа, на... Ну, то есть, вот да. У нас есть ЧБ и Макривский, но они становятся опасными, начиная с четвертой красной карты. Поэтому... Я не опасен вообще. Это да. Потому что за бетонностью может скрываться Гитлер. Ну, не в этой игре. Помню, Дина, я спросила, а сколько либералов на столе? Ты такая, он точно либерал. А ты был фашем тогда? Да. О, это хорошо было. Чат, это проблема не в камере, а в проводе. Зарядка что от розетки. Проголосуй? Мне идет ребят, новый, очень голосуем. Долго идет. Кто-то не проголосовал. За. А почему? Я не понимаю. Вы вот подозреваете, что Джоин Тайн Гитлер. Почему голосуете за все? А, и, типа, смотри, я хочу уже 4 либеральных закона уже не важен. Либералы выиграли. Важно, чтобы Гитлер не становился ни в коем случае канцлером, начиная с 4-го хода. Тогда это автолуз. Mm-hmm.
до этого момента пофигу, кто будет канцлером, кто будет президентом. Угу. Так, ну там, наверное, три красных ребят достали, да? Невероятно сложно было приопределиться, и в итоге красная пойдет у нас сейчас. Ну, естественно. Это случайность, да, Джоэн, правильно? Не, у меня две красных было. Карина, у тебя, наверное, три красных, да? Нет, у меня... Я ему КС передала. А, да? В смысле три красных? Нет, у меня было синее и две красных. Я ему передала разные. То есть из пары Карина и Джоэн есть один фаш. Да, кто-то из них получается. Мы не знаем, кто. А мне кажется, там два фаша, и один сливает другого. Посмотрите на ее глаза, это фаш 100%. Посмотрите на мои глаза, там фаш. Я вернулась, а тут две красных, еще у нас Карина проверяет. Там просто такая актерская игра была на минус 25к. А все, обои гасим и все. Карина, проверь, пожалуйста, Камика. Можно тебя попросить проверить Камика? Камика? Да. Без проблем. Конечно. Что, где я должна увидеть? А, это я, прикиньте. А, нет, чувств канцлер. И что Камик тебе сказали, какой он? Камик, как дела? Нормально все. Фаш проверяет Фаша. Идут два фаша по берегу реки. Камик красный, говоришь, да? Красный? В смысле, он фаш? В смысле, красный. Хорош, Карина, за один ход заложила двоих своих просто. Подождите. Карина, не ком. Просто смотрите. Я думаю, как. Ты меня сливаешь. В смысле, у меня три красных было, я тебе передал две красных. Смотрите, на данный момент. Если Карина фаш, ей нужно было придумать... То, что она не просто отдала Джоин Тайму, что у нее было три красных. Ей нужно было придумать, что у нее был ККС. И что она, типа, сбросила красную, а Джоин Тайм такой, получил две красных, ничего не мог сделать. Ну, то есть, Карина могла сказать, что ей было три красных, типа, и все было бы нормально. Ну, смотри. Понимаешь, она меня заливает. У меня две красных было. У меня не было три красных. Я вообще не понимаю, она меня просто так пиздит. Посмотрите на меня. Я синий. Она так, это что у нас сейчас? Подождите, а Карина говорит, что ты она дала ККС? Ты синий. Просто я смотрите, да давайте разберемся. У нас Карина была, да. Подозрительная команда какая была? Камик, Джоин и Карина. Да. И сейчас Джоин и Камик говорят, что Карина плохая, а Карина говорит, что Камик и Джоин плохой. То есть по версии... Она меня называет красным, когда я синий. Получается, Камик, по твоей версии... Она мне дала красный и синий. Ребят, смотрите, по вашей версии, вы друг у друга синие, и вы должны найти двух оставшихся красных. Из четверки читбанит я, Макриски и Дина. Понимаете, в чем проблема? Потому что вы друг у друга получаете синими. Слушай, я, кстати, думал, что из нас четырех по-любому есть красный один. Смотри, один красный есть, двух я не вижу красного. Смотри, изи вообще. Ты, получается, красный. Так, и? Карина. Так. И читбанит Гитлер. Все, изи, мне кажется, Карина все жестко. Не, ребят, ну Джоэн Тайм тупо руки на себя собрал. Как вы вообще передали проверку Карине? Реально, как вы передали? Она у вас... под подозрением. Это хороший вопрос, Камик. Хороший вопрос, вообще, Камик. Камик, но ты красный, понимаешь, я тебя проверю. Да, вот именно, что я синий. Да, ты даешь мне проверку красный. Цвет майки не имеет значения, понимаешь? Сейчас будет отстрел. И отстрелят меня синего, да? Смотрите, Камик с Кариной пытаются сделать разномаз, но мне кажется, не получается. Оба красные сидят. Какой разномаз? Разномаз, он бы не был разномастом, возможно, если бы Карина не строила разномаз еще и с Джоином. Да. Потому что говорит, что у них разные цвета с Джоином. И получается, что у нас тройка подозрительных игроков была Карина, Джоин и Камик, где Карина говорит, что двойка там подозрительных, но она их нашла красными игроками. А они говорят, что красные среди нашей четверки. А сейчас получается Карина, ты не читбанер. Так у нас голосование встало что-то, ребят. У меня... А, я, наверное. Кому голосуем? Не, я читбанер. Это кого? Это Дину? Так, смотрите, вы хотите Джоина президентом, ребят? Нет, Джоином нет, конечно. А чтобы он типа выбирает, кого ёбнуть потом или что? Да не, ничего. Он будет выбирать следующее президентство, но он будет мне давать две из трех. Не, не надо Джоина. Да не, нормально все будет. Не надо его, посмотрите на него, не надо. Не, я на самом деле такая рослая игра будет, если. Но он красный сидит. Слушайте, а у меня не остается никакого выбора, я играю с Джоином, потому что Карина называет меня красным, когда я синий. И смотри дальше. Я читбанду верю, потому что он действительно либерал. Вот. У меня под подозрением Рома. А почему я такие? Откуда ты знаешь? Потому что ты видел красные иконки? А почему я под подозрением? Я же такие ходы делал, как читбан. Какие? Ну, такие же. Ты отдавал ему красную и синюю. И ставил на стол. Я ему отдал КС. Я какого? Ему отдал КС, и он положил... У тебя было две синих, одна красная. Кто последний либеральный пикнул? Напомните, пожалуйста. Как ты мог окрасниться за счет этого?
Я ему дал на проверку, а потом мне дали на проверку. Последний либеральный ЧБ выкладывал. Рома был канцлер, я ему дал КС, я ему дал КС, и он положил синюю. Синий даже теперь... У него точно такие же окрасняющие губы, как и у Чатбани, да. Ну, осеняющие. Мы с Ромой пока что. То есть, по версии Камика, у него точно бетонно-синий игрок Джоин. Да. Он не подозревает Читбани, да? По идее, не подозревает и Рома, потому что Рома с Читбани там сделали одинаковые вещи. Получается, команда Камика... Смотри, ты, подожди, Олти, я, Дина, Карина. Подожди, ты ему давал две... Может, проголосуем? У тебя было две синих, одна красная? Нет, было две красных, одна синяя. Кто-то не проголосовал, ребят. Тогда да. Доголосуйте, пожалуйста. Получается. Подожди. Рома тогда тоже синий, как и Читбани. Так, получается, по твоей логике, Читбани и Рома синие, а красная Кариша, команда... Кариша, Дина и Олсиор. Вот, да. Вот! Серьезно, мы, по-твоему, красные? Да. Камик, у тебя все в порядке? А тебя... Не, Макривский тебя изначально подотревал, на самом деле. Ты замазанный Гитлер. Не, я думаю, Джон Таймс Дина это надежно, конечно. Нет, дайте, чем Рома будет. Если Карина фашист, она слила Джейн Тайма, чтобы от себя подозрение отвести, а потом еще и Камика по приколу слила, и остается одна. Да, мы тогда в итоге сейчас четвером просто с ними играем, сейчас так накидываем один синий закон, и игра выиграна, поэтому... Да, тут никак мафия. Так, Ром, давай. А что я делаю сейчас? Мне нравится, что Камик и Джейн такие, да, я... Не, я выбрал. Ром, выбираешь канцлера? Ничего нет. Выбора нет, да. Выбрал. Мне нравится просто, как у Камика версия в итоге пришла к тому, что я у него подозрительный, и я такой сижу, так, давай, Камик, приди к тому, что я у тебя фашист. И Камик пришел к тому, что я у него фашист. Да, так, да. Я Дина сейчас... и Карина. Либералы голосуют за. Если она говорит, что я красный, у меня синяя карта. Если сейчас у меня будет, например, одни красные, вы же мне поверите? Ну, гипотетически, смотри, Карина могла... Карина и Джоин могли скинуть, например, синюю карту. У меня две красных, сразу говорю. Две красных. Ты не можешь сейчас это сказать, пока ты не выложил. А, прошу прощения. А, ну, я любую нажимаю. Ну, просто, если сейчас Рома не положит синюю, то у нас рисуется последний разноцвет. Секунду, Мич, подожди. Прислушаемся к Камику, не кричит ли он «Ура, мы победили!» Мне прекрасно пришло, ребят, смотрю. Что еще сейчас делаю? Я проверяю кого-то сейчас? Сейчас вот мне как раз написано то, что я выкладываю, типа, третью карту, и сейчас, типа, если Гитлера выберут канцлером, то фашисты победят. Да, именно так. То есть Гитлера ни в коем случае нельзя выбирать. У меня было две, ребята. Ром, ты выбираешь того, кто станет президентом сейчас. А. Пикни видео. Подожди, подумай. Смотри, президент будет стрелять в случае красной карты. И канцлером нельзя будет взять ни тебя, ни ЧБ. Канцлером. Ну и смотри, я бы поиграл либо с тобой, либо с Алсиором. Как? Ну, я себе точно верю. Повернулся, смотрите, сначала игры. Приполз таки ко мне. Попросил меня быть его канцлером. Пошли, Ромка, давай, я с тобой. Да пошел ты, все, блядь, я не буду. Передумал, да, Дину, блядь, я Дине доверяю. Просто, ты... Понимаешь, там в чем суть? У Камик эта команда красных фашистов определена. Это я, Карина и Дина. Понимаешь, я свой цвет знаю, получается у меня Дина с Кариной обе синие. Ой, что-то сейчас синий салют, походу, такое ощущение. Я думаю, что можно смело брать канцлера. Запутали. Или президентом Дину и Карину в каждый вот... Смотри, президент уже я. Я думаю сейчас Мишу взять канцлером себе. Погнали. Друзья, Лосер, ты считаешь, что Карина синяя? Просто не может, понимаешь, Карина синяя, потому что, вот смотри, у нас были круг подозрения был. Карина, Джоин Тайм и Камик, правильно? Mm-hmm. Мы подозревали их. Карина говорит, что Камик и Джоин Тайм оба плохие, ну, то есть фашисты. А они говорят, что она плохая, по логике вещей они друг у друга получаются синими, ну, то есть хорошими. Получается, их зона подозрения смещается смотри, на ту команду, которую изначально Боже, никто не подозревал. Она говорит, что отдает ему синюю и красную, он говорит, что две красных отдает. Потом у нее проверка, то есть два подозрения, она дважды врет. Она проверяет меня, я, будучи либералом, она называет меня красным, чтобы вывести. У нее ложные проверки. В таком случае мы изначально очень сильно ошиблись, понимаешь, Камик? Потому что ты в таком случае доверяешь Вите и Макривскому, а там точно должен сидеть фаш, по моей версии. Потому что если я думаю, что ты синий, там должен сидеть фаш. Потому что я свой цвет знаю, я не фаш. Поэтому, ну, а ты изначально этих игроков называешь... Ну, хорошо. Смотри. Макривский сначала отдавал Читбанаду голос. Друзья, Алсёр вообще все верят? Или что? Нет. Ну, я пока верю. Ну, мне не все верят, просто я аргументы привожу, почему кто какой может быть. Поэтому... Не, ну подожди, ты сказал... Будет классно, если сейчас Миша окажется Гитлером. Ну просто... Так, мне кажется, смотри, Алсиор, а какую версию рассматривать? Если у меня остается, типа, 5-2-1, и Читбаны, да, я считаю, бетон этим, и с Макривским, между, Читбанедом и Макривским, а может быть замазанный фаш? Может.
Может быть. Ну, да. Это для того, чтобы так сыграть, нам нужно было изначально подозревать, что мувы, которые делают читбанит и Макривский, просто в твоей версии, если Карина у нас фаш, то вы оба с джойнтаймом синие. И в таком случае у нас двойка сидит, с моей позиции, как я вижу, двойка мафов сидит. Двойка, ты, ты называешь цифры из игры, правильно? В смысле, двойка фаши, двойка, нет. Двойка, типа, два человека. Два, два человека из, из троицы, ой, где читбанит и Макривский. Че я вырубаю, Олег, блядь, грузчик-алкоголик. Где, где читбанит и Макривский, грузчик-алкоголик даже. Блин, ну, Алсиор, ты какой-то очень умный. Мне я кажется... только одного не понимаю, ты действительно видишь одного фаша среди читбанита и Ромы? Ты думаешь, или я неправильно... Ну, из ЧБ и Ромы, скорее, фаш Рома. Ром, прости. Да, согласен. Да, двое охуели, блядь, за что? Просто они для меня максимально синие оба. Дина, я тут тебе верю, за что меня? Кто для тебя подумал, третий фаш? Не, если выбирать между Карина, тобой и ЧБ. Карина, ты двух фашей нашла. Кто для тебя третий фаш? Мне сложно сказать, но я... Нет. Что, мы голосуем? Рома слишком много... Да, давай. Давайте голосовать. Куда там Ром? Хорошо, Джоин по-любому, правильно? Я приложил, ты не можешь быть... Почему по-любому? Я Джоин с ним один. Играю. Я с ними играю, у Карины две ложные проверки, она дает Джоину. Так, ну смотрите, красные, господа, господа, игра не закончилась, это говорит нам о том, что Олси точно не Гитлер. Фух, фух, стерли пот со лба. Хотя я и не мог быть Гитлером, потому что я не играл как Гитлер. Гитлер старается играть как фул Мирныч, чтобы в конце ну, получить типа канцлера. Ну, блин, Миш, ну ты же об этом знаешь, поэтому, соответственно, ты скорее... мог бы отталкивать от этого. Ну да, но Гитлер в этой игре может быть только Макривский. В данный момент времени это самый вероятный вариант, это только Макривский. Да ты заебал. Не, ну, типа, ты либо Мирный, либо Гитлер. Потому что Витя вряд ли бы с первой игры со своей, которую играет, так Гитлера бы разыграл. Все остальные на Гитлера не канают, потому что они все подозрительные. Я тебе больше хочу сказать, Алсер. Я думал, что именно так играть на Гитлере, но мне Гитлера не выпал. Вот, все, да. Так, а кто был в итоге? Знаешь, проблема этой игры? Вот оно что, Карина. Вот. А тут не было шансов. Изи. Карин. Да, блин, в итоге Изи. Короче, проблема этой игры... Проблема этой игры, то, что вы вначале все либеральные объединились, да. Вы сразу друг друга нашли. Да, да, и мы, типа, шанса. Оставались, да, типа, в сухом остатке просто. Mm-hmm. Типа, если бы изначально кому-нибудь фашисту дали бы Лишь президента, красава. И, типа, он это бы факт. Был бы либеральный, это бы уже по-другому игра была. Но тут повезло чисто вам. Да, давайте договоримся, что сейчас президент будет называть, ну, в начале игры президент будет назначать канцлером кого-нибудь из конца списка, чтобы мы хотя бы с таким не столкнулись. А то реально у нас... Все, кто были в конце... Ну, просто первые два хода президент назначает канцлера из другой половины стола, и все. У нас да. же есть, он 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, да. А да. дальше как игры, угодно. Я, кстати, за три игры был два раза Гитлером и один раз, типа, красным. Я на либерале еще не играл. Блин, Карина тоже постоянно фаш, что такое? Я хочу быть добрым. Карина, а ты тоже была, да? Три раза. Ты да. ни разу либералом не была. Была когда-то либералом, была-была. А, да? Была. Но мы уже забыли. Я была когда-то либералом. А ссылка новая будет? Я новенькую делаю, да, сейчас разошлю. Угу. Да. Не, мне интересно, мне понравилось, прикольно. Прикольно. Да, ведь ты хорошо влился. Только я на да, секунду Витя, говорю... Витя просто стал настолько синим уже на втором ходу, что там, ну, невозможно было паранойить, что он Гитлер. Только Рома, я же говорю, мог быть Гитлером, поэтому... Я в какой-то момент прямо так и подумал, что вот Камя, Карина и Саша, они красные, но потом что-то на секунду начал уже паранойить. Ну, это нормально в этой игре. Саша пытался там как-то что-то придумать, да, но... Зачем ты меня залила? Ну, прости, ну не было выхода другого. Ну, скажи да? синий, что так она синий. И Джоина тоже залила. Не, просто что? Смотри. Что? Сказать, что синий, чтобы... Да. А, ну понятно, на его дефолт. Камик, забей, в той игре это просто вообще похуй. Типа, чтобы да, мы, да, раз... да, там чтобы нереально мы было. Разошлись. Подождите, чтобы просто разошлись. Вам смотри, короче, в этой игре, Карин, тут есть такой нюанс. Чатик, тебе ну как вам, все понимаете? Тебе игроком строить разный цвет. Если у вас отличаются показания по тому, какие были карты, один из вас точно... Я обожаю эту игру. Всего в игре игроков 7, а фашей 3. Таким образом, если вы быстро понаходили несколько разноцветов, вы нашли два разноцвета, то вы что, просто ничего не поняли? Трех как игроков, так? Как это вы ничего не поняли? Того, что там будут мирные. Карина, ты могла проверить, полоску меня, инфы, так вы знак секрет внизу стоит, там все правила выдаются по этому запросу. Мне доверия не было. Не видно, кого выбирают, сверху, тобой, значит, нужно в смысле, больше не оставить места. Вы с этим, с Джойном разошлись. Посмотрите вот сейчас еще одну партию, вы все поймете второго раза точно. А он говорит, она мне дала две красных. Понимаешь? Так еще тебе до больше этого? Доверия было. Так, два человека не зашли. Это Карина и Алсер. Тебе больше доверия было, я чем ему. Алсер ушел куда-то. Я вам ну, сейчас тебе, кинула. Тебе надо если было дать... Бы меня... Смотри, Карин, если бы ты меня назвала синим, я бы сказал, да, я с тобой играю. Да, и я бы Джой... признался бы фашем, типа, я бы сказал бы, ну... Можно вопрос, кто бы поверил по проверке, что Камик синий? Просто Камик максимально красный был за столом. Кто-нибудь поверил бы? Я бы не поверил. Я так могу сказать, что я под конец начал параноить, и я подумал, что... Ну, изначально я думал, что да, вы втроем красные, но потом я начал параноить. Я в теории мог поверить кому-нибудь.
Но я под конец чуть-чуть подпараноивала Вулсиора и Врома. Чуть-чуть. Скажем так, я точно был уверен, что Джоин Тайм красный. А там, как, ну, короче, я не знаю. Ну, как-то, да, с одной стороны изи, с другой стороны как не поэтому. Не, ну, главное, мы выиграли. Да, Джоин бы пошел как разменная монета с Кариной. Да-да-да. Ты бы меня, типа, синим сделала, и меня бы номинировали на канцлера, и мы бы выиграли, кстати. Скажем так, шансы были, но не очень большие, наверное. Да. Миш, залезай, ссылка в телеге. Сейчас угадайте, кто я пока не показала. Да. Да, роли дали. Давай, сверлят у меня, еще раз прошу прощения. Так, кого мы там выбираем? Что вы говорили? Ты выбираешь. Из другой половины. Ну, то есть ты выбираешь из меня, Дины или Карины. А потом не, Дина выбирает из 1, 2, 3, 4, соответственно. Ну, по такой заявке могу сказать, что ты красный. Так, ну, вначале нет, да никакого смысла, если что, там не доверять никому, правильно? Ну, это можно, но просто какой смысл? Рома, а ты решил выбрать следующего за тобой? Я просто на нет голосовал. Ну, мне Алсер сказал, из кого выбирать. Так, но, смотри, у него ты в другой половине, а ты в следующем раунде выберешь из 1, 2, 3. Таким образом будет баланс. Ну, все ладно, нормально. Окей. А сколько, напомните, пожалуйста, карт, какие в колоде? Я что-то назову. Что-то тебя очень тихо вдруг 11... стало слышно, Миш. 11 на 6. 11 красных и 6 синих. Да. Я надеюсь, я получила 2 синих. У меня было 3 синих. Это плохо? Это плохо. Блин, это жопа, плохо, если да. Честно. Да хуёво. Это настолько плохо, что вообще сейчас всем красные будут падать. Карты выбивают прям навсегда, что ли, да? Когда... Нет, не, пока в колоде не останется мало, да. Ну ещё да, потом минус в том, что про меня и тебя инфы это столу тоже вообще не дало. Угу. Да. Так, я кого-то из 1, 2, 3 беру, да? Вообще, Дина говорит, что это не дало никакой инфы по ней и по Роме. Возможно, она таким образом синяя становится чуть-чуть больше. Слушай, ну, по Роме все-таки дало. Я возьму Джоэна, чтобы поиграл. Он бы, если бы он был бы фашем, мне кажется, он бы сказал, что он скинул красную. А Рома никогда не скидывает красную. У него, когда выпадает ККС, он всегда сбрасывает на проверку, типа, игроку. А. Спасибо. То есть мы верим, да, что у них... Не, если честно, я сегодня первый раз на проверку дал. В прошлый раз, я помню, меня вставили за то, что я не дал на проверку. Да? Да. Мне кажется, на ранних ходах супер важно давать на проверку. А я тогда, ну, типа, не шарил. Ну, это возможность синему игроку вставить в разноцвет с красным, и это выгодно для города очень. Ну, типа. Ну. Сейчас Дина додавала ты мне карты. Да. Ну, ты сама знаешь, что то, что у меня было 2 красных. Мне пришло 3 красных. Окей. Так, хорошо. И опять нам это не очень много дало информации. Только подожди. А какие шансы вообще на это? Ну, сейчас, колодец, сейчас, смотри. Три синие карты всего. Блин, тут если записывать, то вообще изи, на самом деле. Давайте без записи, короче, чтобы запоминать и думать. Не, но все равно возможно, что Дине пришло 2 красные и 1 синяя. Потому что Дине могло прийти. У меня с памятью все хорошо, поэтому, короче, сейчас в колоде, если Дина не врет. Я не вру. А две, ну, типа, в дискарде там 2 красных и 2 синих. А в колоде, Камик? А в колоде... В смысле, соответственно, сколько получается? 11 минус 4. 7 красных и 3 синих. Мимо, потому что в колоде 8 красных и 3 синих. Почему здесь 8? Ну, 8 потому всего 11 карт. А, все, окей, да. Ребята, у Камика с математикой все по 11 минус 4. Зато 4 с памятью хорошо, да. Ребята. Нет, 11 минус 4, потому что 4 посмотрел диск. Камик, бери блокнот, Камик. Ну все, бери блокнот, Камик. Ну тут... Давай, корешек. То есть получается, Джоину мы верим, правильно? Раз он говорит информацию, то есть мы можем не верить только Дине. Нет. Я Дине не очень верю. А за что? Да. Смотри, я было невероятно, что у Дины могло выпасть типа... Три одноцветные карты не дают нам информацию ни про кого из игроков, потому что Фашу выгодно получить 2 краски, получил 2, ничего не мог сделать. Ну то есть мы ни по какой информации ни по кому не имеем в данный момент. Да. Ну слушай, давай, единственное, что мы имеем, выбирай, то что выбирай, Дина выбирай, могла скинуть либеральный. Да, сейчас я выберу, Единственный момент, то что... Да, верьте мне, у меня правда 3 красных было. Но она могла получить синюю, красную. Зуб даю. Ну, слушай, я не делаю это не потому, что себе не верю. Просто не хочу использовать эту поговорку. Кого хотите проверить?
Ну, ты Дину что, уже собираешься выкладывать красную карту? Нет, сейчас я имею в виду. Кого ты хочешь сейчас кого, меня кого не можешь назначить, что я была президентом. Первом... Карин, пошли давай. Со мной, давай сходим. Сходим? Ну, конечно. Ну, давай. Дашь мне как бы не те карты, которые скажешь потом, но мы тогда с тобой в разноцветик станем. Я потом ни на одно голосование не схожу, я либерал просто. Вот, мне тебя выгодно, как Фаша, найти. Что-то неубедительно сейчас прозвучало. Mm-hmm. Да ты мне никогда не веришь, не переживай, тут все нормально. Блин, пока игра запутанная, весьма и весьма. Пока просто в каждой игре Карина мне не верит, но в каждой игре я либерал, а она фаш. Вот такая статистика. Нет, я либерал, наконец-то. Наконец-то, ура! Наконец-то! Честное слово. Диночка, ну, сердечко. Честное слово. Диночка, я понимаю. Да, да, Камик. Я понимаю, что ты не смотришь камеры, вот, но по эмоционалу ты у меня красная. Я ему дала две красные, у меня было три красные. Ну, пока не становимся, давай. Так, господа, это что, у нас два раза по три красные? Вот нет. Именно Дина. У меня тоже было три красные. Это вполне вероятно. Еще и три синих было вначале. Возможно, кто-то из Дины или... Кто-то пиздит, мне кажется. Кто-то из Дуди очень пиздит, да. Типа, если сейчас, смотрите. А как мы их проверить можем? Алсиор, я тебе не поверил, пошли со мной. Знаете что? Я как подожди, сначала Карина скажу. Проверит. Сейчас Карина смотри, что-то... Карин, кого хочешь проверить? Бля. Я, если честно, я хочу Дину проверить. Да, Карин, если у нас сейчас поход... Если поход сейчас пойдут Макривский Алсиор, то тебе выгодно проверить кого-то из этой пары. Тебе не кажется так? И, Карин, тебе нет смысла проверять Дине, потому что мы вам обоим не доверяем по логике. Правильно? Ну, тогда мне, хотя бы мне будет понятно, красная она или нет. Ну, с другой стороны, это будет не на 100% понятно. А если она синяя, вам же хорошо, вам же вот будет положительный игрок на смотрите, столе. Смотрите, в чем прикол. Ребят, я как либерал скажу, что сейчас просто эти, как они называются, фашисты будут замазываться, потому что невыгодно. Сейчас 100% будет выпадать. Нет, ну шанс очень высокий, то, что выпадет опа, с, она меня исследует. С синей карты. А, Дина что там? Либерал. Да, но это если либерал, типа да, прости, два либерала было. Ну, Дина либерал. Для меня в любом случае либерал. Либерал, да. Потому что, будь Рома, она, будь Карина фашистом либо либералом, она бы все равно тебе дала синюю проверку. Да, она бы должна была давать Дине... То есть фашисту выгодно все равно дать проверку настоящую. Да. Поэтому Дина для меня либерал. Иначе мы точно поймем, что кто-то из них двоих фаш. А так кого мы не она понимаем. Назвала либералом? Меня. Дину. Я действительно либерал. Единственный опасный момент существует, если они обе вместе фаши, и она ее проверила и говорит, что вот она проверенная, типа она. Синяя, и мы думаем, что да, ну, она-то да. Проверенная синяя. Слушай, это маловероятно. Но я изначально на нее подозревала, поэтому твоя теория, мне кажется, за что? Более слабо. За я что? Изначально... Ну, давай мне дальше. Было странно, то, что сначала она получает две синие, о чем нам, что нам ничего не говорит, и потом она говорит, вот, я получила три красные, а где вероятность, что там не было... Мне было немного странно, что ты между нами с Толсиором не хотела этот выбрать. Да, так, Алсор, они ж видят, да, друг друга цвета красные? Да. Фашики но, видят. Но не Гитлер, друг но не Гитлер. Гитлер. Фашики я, себя я, и Гитлера видят. Я цвета своих фашек сейчас не вижу, например, ведь. Ой. Ну понятно, Алсор Гитлер, ребят. А ну все тогда давай. Миш, возьмешь кого-то, кто еще не был у нас? Так. Так мы это, мы с Макривским вроде договорились уже. Да, мы идем с Алсиором в поход. А кто у нас не ходил еще? Камера? Да хватит это походом блин, называть. Я не ходил тоже. У вас заседание. Да мы сходим с Макривским. Да поход, Рома, он взял поход из игры Авалон. Мы в Государственную Думу идем просто сейчас. Сори, что много вопросов задаю. Смотрите, вот я сейчас голосую, например, за Макривского, да. Если они третью карту красную вытащат, что будет? То я буду стрелять... Нет, не будешь. Я сначала выбираю. Он хочет стрелять, понятно. Я очень хочу быстрее. То есть это время но, пострелять. Типа, ну, ладно, пусть Макрис. Хочу стрельнуть единственного либерала, который проверенный на столе есть сейчас, кстати. А, я просто не знаю, кто мои фаши, хочу ограничить выбор, Дин. Понимаешь, какая такая логика? Поэтому тут уже безупречно все. Да. Под Дину порвало. Да. Это была я. И безмолвно сейчас у нас Алсиор. Так, ну, Ромка, ну КС. Я тебе две ККС получил. Роме, естественно, хотел дать две красных, но не встали мы с ним в разноцвет пока. Так, у нас осталось в колоде, на секундочку, если что. Если никто из нас не соврал, даже я, две то синих. Осталось три красных и две синих. Угу. Так что, Камик, ну, ты сейчас, если скажешь, что у тебя там было три красных... Блин, ну, мне кажется, Камик опять фаш. Он а, прям... Опять в колоде. Нет. И что он опять фаш? Нет. Честное слово. Я чувствую фашный дух. Сейчас Камик, Камик назначает. Я сейчас выстраиваю команды, на самом деле. Камик назначает. Ну, пускай сыграют, еще не играли у нас ни Камик, ни ЧБ. Но тогда Камик будет выбирать президента, я протестую.
Я им не верю. Как хотите, голосуйте здесь. Я, если чего... Почему не Дину? Да, Дину надо было. Она же, типа, единственная все-таки здесь синяя 100%. У меня есть подозрение к Алсиону и Крипскому. Я голосовал нет. Я говорю честно. Прошлый раунд я голосовал. А у меня есть подозрение к тебе, почему не Дину? Да, я понимаю, потому что я еще не играл. Интересная, кстати, игра, где ты подозреваешь больше всего людей, которые еще не играли. Это, кстати... Потому что Кариша, Дина и Макривский, возможно, три мафа, может быть. Ну, типа, три фашиста. Вообще, если Кариша, Дина, а я почему нет, Камик? Ну как у тебя команда интересуется? А я почему нет? Ну ты тоже, ну ты в скобочках. Ну ты тоже, понимаешь. Ты в скобочках, Миш, понял? Четыре фашиста, получается. Тебя заключили в скобки. Пиздец сложно, блядь. Может, проголосуете? Да, нажмите yes или no. Так есть. Идете, ребята. А, давай, не проголосовали. Рома, Карина, 9. Я против. Я был за Дину. Так, я сначала пикаю, потом говорю, да? Да. Ты? Да, да, да. Угу. Так, ну, разномас или как там? Красное, синее. А у тебя камера что было? А, моя очередь? Это две синих и одна красная была. То есть у нас сейчас красные, две красные остались? Две красные и одна синяя. Красную скину. Оговорочка. То есть у нас сейчас две синие будет, да? То есть Витя... Нет, у нас перераздача в колоде. Да, когда остается. Все понял. То есть Витя выбирал между синей и красной и выбрал синюю, да? Ну мне так дошло. Это инди-игра, походу. Только Камик что-то, я не помню, он почему-то запутался, Камик. В данный момент... У меня две красных было. Ну я думаю, Дине... Ну давайте Дину выберем. Подожди, стойте, Дину 100% надо пикать. По математике, подождите. Я Дину выбираю. 9 красных и 3 синих в колоде. Я думаю, что Дина 100% синяя. Я синяя 100%. Да. Поэтому я... Это вероятно. Ну 99. 90, да. Миша, кого ты рисуешь в команду красных? Никого пока не рисую, Карин. Ну, я просто не знаю, мне не показывается, я Гитлер, Карин. Мне не показывает, кто фашист. Блин, будет смешно, если он правда Гитлер. Да, вы топово, кстати. Но смотри, мне кажется, что Камик, у которого вы трое подозрительные, а я нет, это Камик, который знает цвета. Я думаю, что если Камик говорит, что вы трое подозрительные, среди вас не больше одного мафа. Ну, типа, не больше одного фаша. То есть я думаю... Подозрение побольше, Пытайся очернить. А почему у тебя есть... Давай так. А почему изначально у тебя подозрение было на меня меньше, чем на Макривского? Вот что такого я сделал, что ты меня подозревал меньше, чем Макривского? Отвечай, Камик. Ты хотел стрелять. Раз. Во-вторых, подожди. Блин, мне кажется, Олси взял роль агрессивного Гитлера. Подождите, ребят, у меня нестыковочка по картам, на самом деле. Должна была одна синяя еще оставаться. А у меня осталась одна синяя и две красных. А должна была одна синяя оставаться. Почему? В конце в колоде было три красных, две синих. Вы могли вытащить какие угодно карты, вы могли три красных вытащить. Три синих было. Нет, две синих было в колоде и три красных. Смотри. Так. Смотри. Положили одну синюю, да? И тогда в голосовании, когда вторую синюю положили, было две красных, одна синяя. Две красных, одна синяя. Кто говорил вот это? Ты говорил, Камик. Камик, смотри, там когда остается сколько? Три карты, по-моему, или меньше трех, замешивается заново. Колода уже заново мешается, поэтому там сейчас в колоде 9 красных и 3 синих. Ладно, тогда... У меня 3 красных пришло. Ой. Нельзя говорить. О, что-то... А, вот это. Мне дали 2 красных. Ну... Все, фашист. Ну то же самое, да, вот это выскочил. Смотри, Джоин Тайм, я предлагаю выбрать меня президентом, потому что до меня ход идет не скоро. Нет, давай меня выберем. Дина меня подозревает агрессивным Гитлером. А Гитлером я не смогу выиграть. Я бы дал Алфиору президента, но не канцлера. Да, канцлера не стоит. Подождите, Саша, он может Дину выбрать сейчас? Нет. Блин, ну а кроме Дины... Подожди, президентом... Смотри, президентом ты можешь меня выбрать, но тогда вопрос... Лучше меня брать канцлером, ребят. Да, вы понимаете, то, что у меня нет этой... А я не смогу быть канцлером сейчас. Мне этой хрени не горит на Дине, поэтому я не могу выбрать. Да. Выбирай меня, я могу быть Гитлером, но никто не подозревает меня как фаша. Не-не-не. А в кого ты будешь ебашить? Подожди. В Камика, скорее всего. Ой, если ты выбираешь канцлером... Выбирай его, он выбирал. Они выигрывают. Ну, типа, красные выигрывают, если тебя выиграют. Я не могу быть президентом. Ты говорил то, что ты типа Гитлер. Смотри, если ты меня выбираешь... Я хожу через 5 ходов по времени. Если ты меня выбираешь президентом, то я канцлером быть не могу, и красные не выиграют. Меня подозревают в гитлерстве, фашистам меня обычно не подозревают, подозревают Гитлером. Я буду президентом,
На этом фашисты мои игру не выиграют. После чего до меня ход дойдет не скоро, и меня все канцлером выбирать не будут. Таким образом, я сейчас с кем-то схожу. Например, я думаю, что можно сходить с Макрицким или с ЧБ. В Думу. Не-не-не-не-не-не-не. Вот с ЧБ можно, с Макрицким не. А почему? Я не понимаю. Он же будет убивать. Он убивает. Макрицким и... Меня сейчас нельзя. А почему это Камер, а почему это я могу сходить с ЧБ, а вот с Макрицким не могу? Потому что он для меня либерал. Какие-то семейные отношения. Ну, мы сейчас с Макрицким так же, как в прошлой игре, кстати, оба одинаково примерно. Одинаково, да. Да-да-да, и он опять говорит, типа, что... Не путайся. Камик, что ты делаешь? Что ты меня постоянно будешь? Ну, ты опытный, я тебе доверюсь, короче, я тебе дам. Голос Дина. Смотри. Карина может быть красная и просто отдала нормальную проверку. Смотри, Камик, ты хочешь, чтобы я выбрал Читбани, да, не Макриск? Я тогда Карину вообще выбираю. Выбери и пойду меня. С ней. Ты же ее не подозреваешь пока? Подозреваю. У меня четвертый. Так, а кого-то, давай так, кого-то не подозреваешь? Только Читбани, да? Выбери меня. С Диной. С Диной не можешь. Меня нельзя. Выбери меня. Выбери меня. Я понял. Я синий игрок. Понял, что тебя нельзя. Я не подозреваю. Вообще, он Сёра сейчас правильно сказал, что, в принципе, без разницы, кого брать, потому что сейчас Сёра не выиграют, правильно? Поэтому пусть он Сёра тогда. Я-то просто не Гитлер, поэтому для меня, для вас, для всех, как бы, есть предположение, что я Гитлер, но я знаю, что я не Гитлер, поэтому я не знаю, кого выбирать. А ты фаш, Миш? Выбери меня, выбери я меня. И не фаш, Дин, тоже. Я вдавала правила. Не, ну, раз ты говоришь, что я абсолютно я просто говорю, понимаешь, что ты меня не подловила так просто. А, да. Так, ну, Сёра вот выбрали уже. Я выбираю Карину. Карин, давай, если ты Гитлер, выигрывай в соло просто. Нет, я, к сожалению или к счастью, либерал. И я этому очень рада. Так, Алсор, если она Гитлер, что будет, если я забрал? Мы прям сразу проиграли. Если... Прям сразу? А слушай, я не Гитлер, я синий игрок. Алсор, обращаюсь к тебе. А что будет, если мы будем сейчас проскипывать голосование? После трех скипов будет рандомная карта из колоды. Какая у тебя команда красных? Не надо проскипывать. Команда красных? Ты, Камик. Да, Джон, так, отсиживается. Джон, я просто... Дина, и может ты Алтер будет не веришь? Я молчу. Вы с Алтером агрессивно играете, типа, поэтому хуй знает. Ты не смотришь? Я однозначно не скажу, но я больше верю, чем не верю Карине. Ну ладно, я запрыгнул. Если ты не смотришь на эту команду, то ты меня бетон красным становишься. Блин, ну это игра сложная, если честно. Хорошо. Я вообще ни хрена не понимаю. У меня бетон красный. У меня просто недобор красных получается, я хуй знаю. Голосуйте. Ну, подождите, ну весь стол согласен, что Дина самая синяя здесь, правильно? Да, но мы не можем сейчас выбрать Дину. Да. Карина не Гитлер из хороших. Да, Карина точно не Гитлер. Карина не Гитлер. Иначе игра бы сейчас закончилась. Понял. И Камик стал бы кричать: «Ей, мы победили!» Нет. Карина синий игрок за этим столом. Так, что было? Всем привет, я тут новенький. У меня был ККС. Так я канцлера должен выбрать. У меня был ККС. Вот, и я ставил Карине КС, она выложила С. Ну, бери меня тогда, ведь. Да-да-да, вот, я могу тебя взять. Все, я Дину беру, естественно. Ну, мы скорее всего, конечно, сейчас будет прекрасно. Давай. Вероятность есть такая. Просто смотрите, я теперь верю в то, что Карина не Гитлер, и Карина получается синий игрок. Значит, и Дина автоматически становится синим игроком. Дина синий, проверенный. Камика я сильно подозреваю. Камика я сильно подозреваю, плюс я бы сейчас просто смотрите, почему я синий игрок, объясняю. Если бы я был красным, и мне выпало бы ККС, я бы оставил Карине две красных карты и стрелял бы в синего. Да. Таким образом... Карина, Алсиор, я... Дина, это тройка синих. Да, а что делать, если он получил две синих и одну красную? То я бы скинул, но... Окей, может быть. Да, Алсиор, спасибо, на красном игроке, ну... Карин, просто в колоде 9 красных и 3 синих, вероятность того, что вытащу 2 синих и 1 красную. Подождите, Карина, она не Гитлер, но она красная, может быть до сих пор? Маловероятно. Очень маловероятно. Короче, Дина, Карина, 100%, но Алсиор не знаю, пока честно. Не, ну, у меня получается Камик, Рома и Саша тогда, правильно? Я-то что сделал, блин, заебали? Ну вот мне тогда исключение, Алсиора послушал. Вот он говорит, я Гитлер, чтобы все вам думали. Все красиво говорит, помогает разобраться в столе. Будучи синим, я это понимаю, что он является красным, вообще ничего не говорит. И, скорее всего, Макривский выходит нас Гитлером. Просто смотрите, я думаю, что мы с Кариной оба синие, поэтому мы сейчас положили синюю карту, чтобы не стрелять, если бы мы были, ну, если бы у нас был один фаш, мы бы обязательно кого-то стрельнули. Значит, если мы оба синие, то Дина получается синяя по проверке Карины, правильно? Правильно. Я думаю, что Камик, если он синий, то это мем, ну, в этой игре, потому что мы с ним в жестком разноцвете были, получается, Камик
Сейчас получается... бетон в разном цвете, да, да. Бетонно-красный игрок ты у меня получается. Спасибо. И да, я думаю, что если для тебя было так критически важно выбор между Макривским и Читбаннидом, то получается Саша Джоин Тайм с тобой второй фаш. Потому что о нем ты не говоришь ни слова в своей речи. Хорошо. А, давайте, может, проголосуем за ЧБ и меня. Ну, ладно. И третий фаш, это получается кто у тебя? Макривский, правильно? Жуто, я не знаю, кто-то из пары Читбаннид Макривский. Понял, хорошо. Да, президент, президент Читбаннид. Сейчас у меня сейчас сверлит по КД просто в ухо. Камик опять в ухо. Да. Да, но только Алсфер положил синюю карту только что вместе с Кариной. Поэтому... Блять, как вы так раскрываете жестко? Ну а ты мог типа положить синюю, чтобы типа не палиться? Опа, Джой, да. У меня было паранойя в две команды. У меня были две команды. Я не говорю, да, что мне пришло? Да, ты не говоришь. Сначала выбираю. Так, я выбираю, которую убираю. Да, нет, в мусорку. Ты в мусорку. У меня три. В мусорку выбираешь. Я мусорку. Я потом скажу, что пришло. Дина, не подводи, подожди, алло. Давай, Дина, ставь же синюю. У нас в колоде одна синяя просто карта, ребята. Ну хорошо, Гитлер Макривский, как скажешь. Я не знал, как эту игру можно было выиграть. Да. Да ладно, ЧБ, ты был Гитлером? А я хуёво сыграл, значит, восход, да? Бегущий камик! Он нам так заруинил! Камик, будучи синим, нам так заруинил неосознанно. Нет, подожди, Дина, у меня сейчас если бы Камик, не сказал эти слова... Камик, да, ты типа... Он бы выбрал бы канцлера... Все думали, что ты красный, и ты ЧБ слил случайно. Не, ну вообще вроде я нормально отыграл, но у меня было одна синяя, две красных. То есть я мог убрать по факту синюю и сказать, что у меня было три красных же, да? Да, и ты бы тогда убил, и ты, будучи президентом, ты бы кого-нибудь убил. Так вы мне не поверили бы, бля. Давай, Ром, скорее всего, все заканчивали. Он убил бы Камика, который был бы супер подозрителем, этим бы осенился и мог бы выиграть игру по праву. Я могу убить на Дима. Бля, я так хорошо отыграл. Я на самом деле думаю, что все равно бы победили бы мирные, потому что... А почему? Потому что я думаю, что у нас есть трипла мирных игроков, 100% не гитлеровских мирных игроков, я, Карина, Дина. И рано или поздно мы бы взяли какую-то связку из этих троих, Миш, и выиграли бы ей. Знаешь, в чем соль? Нет, он выкинул бы Камика, и он получил бы 50% фаш-голосов на голосованиях, они просто скипали бы до рандома. Мы бы скипали и рандомили бы красные карты. Блин. Да. Ну, окей. Не, я просто в картах запутался. То есть я что-то подумал, что мне, наоборот, логичнее оставить синий, чтобы меня никто точно не подозрал, и я выиграю. Но я забыл, что получается... В таком случае у Паши... Последнее синий осталось, и мы проиграли просто, блин. Просто, на самом деле, если ЧБ стреляет Камика... то мы думаем, что-что? Что Макривский... Что Читбаннид, ну, типа, синий, а Макривский вместе с этим красный, и вместе с Джон Таймом, и вместе с Камиком были красные? Типа. Не, ну, смотрите, мне по логике верил весь стол, кроме Алсера, правильно? То есть Алсер думал, либо я, либо Макривский, правильно? Да. То есть, блин, нет, тебя просто нельзя было ни в коем случае канцлером выбирать. Любой канцлер должен был быть каждый раунд выбран из меня, Дины и Карины, все. Тогда это победа. То есть я бы не выиграл, да, так и так, в принципе. Ну, не, именно автопобеды я бы не выиграл, наверное. Но на картах мог бы. И при том, на следующем ходу президент опять убивает игрока. Зависит от того, кто был бы президентом. Ну, вообще в Гитлере рандома немало, надо заметить, прям. Да. Особенно, ну, если у нас не, есть... Нет, эта игра очень интересно получилась, супер интересно. Так, красный, сори, что я заруинил. А, они так, расстроились. Нам на самом деле для того, чтобы была прям супер крутая и интересная партия, нам нужно, чтобы у нас синие не ходили, типа, первые, ну, не были президентами первые четыре круга. Это, ну, сильно портит. Ну, почему? Ну, сейчас получилось нормально, что мы по первым двум ходам толком ничего не могли сказать. Да. Я думаю, кстати говоря, что у нас сейчас, ну, сложно очень красным игрокам играть, потому что мы готовы отправлять чуть ли не любые пати первые ходы. Ну, типа, красным нужно всем вместе голосовать против всегда, когда вот они видят, что там два синих идут в... Они должны все вместе голосовать «нет» и придумывать, почему они голосуют «нет». Дина, у нас еще одна, да? Да. Я вспомнил, до пяти примерно. Красных, все. Миш, глянь, пожалуйста, телегу. Там надо, короче, типа фашем, но более агрессивно играть всегда. Все пассивно играют. А что ты подразумеваешь, как агрессивно? Ну, типа, выбирать постоянно фаши и не бояться спалиться фашистом. То есть, типа, если ты палишься, типа, это ничего не значит. Не страшно, если один человек спалился фашистом, главное, чтобы два остальных фашиста сидели замазанные. Когда у тебя три фашиста сидят замазанные и ничего не делают, то, ну, как бы, все активные игроки, они синие, поэтому... Олси, ну ты понял, почему Макривский уходил фашем? Ой, в смысле, ну, фашистом, да.
Ты понимаешь, что ты не можешь, типа, говорить, что у тебя подозрение идет в Дину, Карину и Макривского? Почему? И не идет в меня. Не, вы троем, смотри. Макривский у меня в скобочках по остатку, так как нас 7 человек. В скобочках, да. И Карина могла быть с Диной и с тобой фашами. Вот. А Макривский эту версию не рассматривал. Блин, вообще. Камик, конечно, даже на либерале такой фаш. Дина могла быть фашем, смотри. Дина могла быть фашем только вместе с Кариной. Только вместе. Карина фаш могла дать Дину фашем. Ну, типа, тут, в смысле, красным. Потому что и Карина фаш, и Карина мирный дает Дину мирным. Да, так и есть. Вот. Ну, мирную Дину имеется в виду. Поэтому ты Дину из связки, то есть из игроков LCR, Карина, Макривский, Дина наименее подозрительный игрок. Вот. Ну, по идее, мне кажется. Ну, а если рассматривать, что она снова словила красную карту и сделала выводы... Чат, я для острова рассылаю. ...замазать своего красного? Может быть, но это но только вот так... Я только... эту версию рассматривал, то есть и две версии было. Да, но и... вероятность этого довольно низка, потому что Дина уже сходила в какие-то успешные воуты и что-то в этом роде. Чат, вы знак то, фоловьтесь на всех ребятушек, на мой канал тоже не забывайте фоловиться, пишите, как вам Гитлер, разобрались вы ли вы. Вить, ты как, разобрался совсем после пары партий? Ну, мне кажется, да, на 101%. Ну вот мне тоже кажется, ты прям так хорошо резво влился. Обычно народ такой мухрю. Ну так, много вопросов задал. Но, правда, во второй игре я много вопросов задавал чисто для того, чтобы как раз-таки от себя подозрения убирать. Что я типа пытаюсь разобраться до сих пор, там все дела. Нормально. Но поведение изменилось, но отыграл хорошо, да. Да. Да я заруинил, блин, я должен был синий убирать, зараза. Да, ты... Ну, запереживал. Переживание красного игрока, скажем. Нет, так. Я даже не переживал, я просто, ну, почему-то подумал, то, что, типа, как раз-таки, не если я палиться. Ставлю две красных, да, если две красных ставят, люто палю. А потом, когда уже выбрал, я понимаю, блин, а последнее, что стало синее, лол. Не, вообще, если начинать прям на красных трайхардить, то нужно все первые воуты скипать, ну, там, кроме критически важных, смотреть на то, кто как голосует, из-за этого атаковать игроков. Следующая игра сейчас. Олси всех скипает вначале. А ты скидываешь следующую игру? Ты мне не скинул. Я тебе Дискорд скинул для следующей. А, в смысле, ты имеешь в виду этот самый? А, у нас Рома еще не подошел. Угу. Рома не подошел. Просто там, смотрите, если там не заходят все, то он хочет, этот сайт хочет запустить игру с меньшим количеством игроков. И приходится все время перезаходить, чтобы не истекли 40 секунд. Как вам сам сайт? Да, нормально вроде. Нормально мне, вообще. Мне нравится здесь у Гитлера здесь иконка, она прям классная. Жабка. Жабка. Так это реальные иконки из настолки. У меня настолка лежит, блин. Там вроде жаба, динозавр, да, там? Такие рептилоиды. Да, такой динозавр. О, ребята, тут. Отлично, сейчас как раз рассылаю. Камик, ты первый. Мне кажется, я сейчас буду фашем. Блин, сейчас реально буду. По рассылке и вообще? Что, Зина не играет? Номер один. Я номер один. Ну, пожалуйста, играйте. Фаш, это вообще... Феникс, спасибо тебе огромное за продление. Спасибо. Хочу уже мирного поскорее. Спасибо. Чат, а что никто не сабается, кстати? Давайте, может, сабаться. Кого-то нет у нас. Карины. Карина? Карина? Уважаемая Карина, мы ожидаем вас в лобби Гитлера. Опа, я фаш. Ой. Так, все зашли, да? Да. А, меня не было слышно. Блин, вот. Блин, я пошутила про то, что я фашист, а потом увидела, что я замьючена в Дискорде. А потом увидела, что я фашист, да? Неплохо, кстати. Это что когда ты? Я недавно играла в покер с друзьями, и я хотела блефануть, якобы у меня стрит, перебила все ставки, а в итоге оказалось, что у меня правда был стрит. Так, ну что, Дин, давай мне. Так, секундочку. Джой, но не так же быстро начинать агрессивно на красном играть. Ну что ты прям с первой секунды уже пошел, а? Да я пошутил. Я дам другой половине. Давай, Миша, я тебе дам. Вот, держи. Опа, Дин, а что так? Мы что, с тобой вместе фаши, что ли, в этот раз? Ну, так получается, да? Слушай, а давай, если мы вместе фаши, то, типа, будем сейчас говорить, ну, разные показания и топить друг друга. О! Давайте, ребят. Ты спалился!
Миш, ну не надо так уж сильно. Не, просто я думаю, что если Дина в этой игре опять синий, и я опять синий, то у нас те же самые люди из раза в раз красные, мне прям Камика жалко сейчас будет в таком. Вот сколько мы играем, вот столько на фашах играет, даже когда на мир. Владимирович, спасибо большое. Ребят, в прошлый раз Камик был уже синий. Да, но играл все равно по красному. Я просто играл с красными. Ой. Ну что там? Только не говоришь, что три. Можно ремейк? Да. Извините, я завтыкал. Я сейчас завтыкал. Короче, это реально, ну, типа, можно мы ремейкнем? Просто я типа хотел. Я завтыкал, что я должен типа положить, а не сбросить. Ну, типа, можете меня фашем за это считать, если что. Я именно мискрикнул просто. Ну. Да, мне пришла синяя, да, красная, Дина мне скинула синюю красную, я положил красную. Типа, это было не специально. Влился в роль, Миш? Влился в роль, да. Я думаю, я выбрасывал просто карту, типа, хотел положить. Хотел еще. Ну, значит, сыграл вход на. Ну, можем поиграть красных. И так, да. Да, я не понял, это играем, сейчас перезапуск или играем прям? Ну, давайте поиграем. Нет, давайте поиграем. В смысле, кто знает, может, он это специально, может, он правда фаш? Мы поиграем, может, девушки больше нет. Я посижу тогда, ребят, да. Мне пришло ККС, я дала ему КС, ну, сами слышали эту историю. Так, ну и кто верит Ансеру, то, что это правда или не трюк? Совершенно не верю. Я верю ему, если честно. Да, я поверю. Я вот думаю, что Джоин, который хотел сыграть агрессивно по нулю, а теперь активно мне не верит, при том, что Макривский Дина мне верят. Джоин! Давай в разноцвет с тобой, прям быстро! Становись со мной в разноцвет, Джоин! Давай, я встаю с тобой. Все, отлично. Джоин фаш получается, потому что я либерал, кстати. Не, заметили, что Камик всегда Карину выбирает. Не, почему? Она типа, я ж второй. Не Карину, а Кариночку. Да, Кариночка, Каришу, да. Он говорит, Каришу. Кариш. Так. О, боже мой. Сейчас как Кариша. Ты слышала, да? Блин, ну я, конечно, затроллил вообще здорово. Только не говорите, что там сейчас опять три красных. Просто я бы даже, если бы я был фашем, я бы положил все равно синюю, чтобы типа... Ну да, вначале все равно, типа, пух. Ну вот, видите, Джоин понимает, как на фаше играть, что он думает, как играть на фаше. Так, что было? Что было? Читайте, пожалуйста. У меня была красная-синяя, я выбрала. Да, у меня было красная. Что ты достал? Асиор, давайте проверку. ККС? Такую. Я хочу тебе красную делать. Ты хочешь меня проверить? Что сейчас происходит? Он хочет Алсиора выбрать опять. Я хочу проверить его. Погнали. А, блин, Алсиора, подожди. Не, ну может Алсиора... Смотрите. Я второй раз не мискликну, обещаю, все. Будет топ, если сейчас... И как раз меня проверить. Сейчас три красных придет. Да, они выложат красную, Джоин проверит Алси и скажет, что тот красный, например. Не, не хочу. Нет, это хорошая тема, потому что мы удостоверимся в наших цветах. То есть, у нас пока разноцвета нет, но каким у нас образом? Такой разноцвет. Не-не-не, Джоин, разноцвет у нас есть, давай, не будем тут говорить, что у нас разноцвета нет. Я понимаю, что ты на фаше хочешь со мной помириться. Перемирия не будет, все, мы в разноцвете. У меня синяя птичка с крыльями сейчас, понимаешь? Голосуйте нет. Сейчас какая-то хуйня происходит, ребята. Так, а что это Камику не нравится? А если Джоин, смотрите, если Джоин, допустим, синий, получается Камик красный, правильно? Что Камику не нравится пати, я. Нет, смотрите, а если Алсиор сейчас будет агрессивно на красном играть, предположим, он выберет сейчас красную карту, то что будет? То есть мы же поймем, что он полностью красный, и это же хорошо? Да. Или... Да, это положим. Хорошо. Итак, у меня есть довольно-таки интересный выбор. А у нас было что, два раза ККС, ребята, или что у нас было? Да, ККС. Итого там 4 синих должно тусоваться. Крина с Камиком занейнили. Да-да-да, они... Паре. Ну, так, сейчас, ребят, уточняющий вопрос. Чтобы положить, нужно выбрать ту, которую я хочу положить, правильно? Говорит да. Миша, который играет непонятно который раз. Ну, давай красный. Все, второй раз я не ошибся, я просто за майндгеймил себя. Все, я сразу скажу, что мне выпало. Можно сказать, да? Да, давай. Уже можно. Мне выпало две либеральных и одна фашистская. Так, я, получается, скинул либеральную, чтобы, ну, удостовериться в цвете. Угу. Получается. Давай все. Проверку в Камика, ну-ка, Джоин. Что я сейчас делаю? Так нельзя проверку, у нас же красный не вышло. Мы же не положили, блин, я уж поверил, ну, в то, что Миша, у нас может синим быть. Ну, Миша, ты сейчас осенился, но Джоин у нас до сих пор непонятно, правильно? Я бы еще сильнее осенился, если бы у нас уже три синих лежало на столе, а не одна красная. Но это вообще было бы пушка. Джоин может быть Гитлером, который щупает своих фашей. Вы можете меня спокойно проверить, я свой цвет знаю. Ну да, кстати, что-то сейчас звучало. Давай, проверяй. Я даю сейчас канцлера, да? Да, да, да. Ты выбираешь кого-то там. Смотрите, просто мы с Джоином только что положили синюю карту. Камик не хотел, чтобы мы шли в это пати. Я тоже не хотела, потому что вы подозрительны. А мы с Камиком дали синюю карту на стол. Мы тоже. Мы тоже. И мы пикнули. Мы пикнули вторую, понимаешь? Кто еще не сыграл? У нас ЧБ еще ни разу не играл. Ром, может, вы? Да, я не играл. Хорошо. ЧБ, да? Макривский ЧБ.
То есть по логике... Там... Ну, смотрите, я думаю, что Камик и Карина не в команде, потому что, то есть, там вряд ли два фаша. Но вряд ли два фаша вместе начнут играть и говорить, нет, не идите LCR Join. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. Ну, знаешь, я хоть и ее проверил, на самом деле, но держу, так сказать, свою... Я понимаю, от меня была только пока что одна синяя карта. Такая проверка, Камик, она, типа... Такая проверка. Да, я говорю, такая псевдо. То есть она типа ближе, скажем так, в синюю сторону. Да. Голосуйте, да. Серая. Шановные депутаты. Так вообще в начале фашисту есть смысл сразу прям красную брать? Можно, говорю, можно, вот, можно, но не обязательно. Все время не будут верить. Ой. Нет, там, на самом деле, там суть в том, что ты на фаше, если кладешь сразу красную карту, ты с одним чуваком становишься в жесткий разноцвет. То есть все понимают, что среди вас один фаш. Вот. И это невыгодно, потому что за столом игроков не 6, а 7. То есть в конечном итоге у тебя останется один мирный, который точно мирный, если фашист... Так, подождите, а кто мне карты прислал? Я. Ты сначала выложи, потом обсудим. Ну, так, только у меня две пришли. Прекрасно. У нас в колоде остается 3 красных и 2 синих. В Камика давай. Не, мне не надо. Ну... Да? Так, ребята, никогда не делал проверку, у меня, типа, я проверил его, у него синий цвет горит. Типа, его ник горит синим. Okay. У кого? У Камика. У Камика. Подождите, насчет 3 красных мы верим? Так, Рома говорит, что Камик не было ни разу, ну, не было ни разу, в принципе, такого. В этой игре, правильно? Ну, в этой не было еще. Он синий у него. Так, канцлера я выбираю. Сейчас смотрите, Камик подозревал пару LCR плюс Join, Камик оказался синим. Вероятность того, что Камик красный, только если в команде с Макривским. Думаю, что по аргументу того, что читбанит спрашивает, верим мы ему или не верим, я думаю, что у него есть основания, ну, типа, не знать информацию. То есть он скорее, ну, как бы, синий пока что. То есть пока что... Читбан уже проигрался, блядь. Я сейчас выбираю канцлера. Если я допускаю ошибку, что будет? Ничего. Ничего. То есть сейчас похер, да? Да, начинай. Вот видишь, там, где бордовыми карты становятся, вот там... Да, Дину. Согласен? Стол согласен? Я согласен. Вообще у нас есть проверенный синий, но он ходил, потому что Камик ходил, походу, нет? Не, ну, можешь Дину выбрать, на самом деле. Не, давай Камика. Давай Камика, это будет более сейвого. Ну, Дина еще ни разу просто не выкладывала. Да, Дина, смотрите, у нас 3 красных и 2 синих. Я призиком только была. Вероятность того, что будет хотя бы одна синяя, высокая. Лучше меня не выбирать, потому что, смотри... Ты проверенный, типа, правильно? Да, но подожди, если Дина сейчас поставит красную, мы ее... А, но подозрения упадут на нас с Камиком, блядь. Не-не-не, а меня могут выбрать. Меня могут выбрать по той причине, что, типа, засейвить ход. Ты хочешь оставить себя на потом? Да, на сладенько. Он хочет себя до гитлеровских времен сохранить. Не-не-не. Камик, зачем ты нас палишь, блядь? Камик, смотри, сейчас читбанит, выбирает. И ты сейчас... Там 100% будет синяя карта, понимаешь? Ну, и вы ее положите. Проверим Дину. Да, Дину проверим. Я на первом ходу уже давала КС из ККС, а не КК. Да. И что? Но это, конечно же, вам не дает полного доверия. Вот LCR как бы... На LCR мы тоже типа доверяем уже, да? Нет, ну да. Камика, больше доверяем, есть, наверное, что... нет. Ну да. Дин. Типа, нет, у вас только варианты... Я и Олсен равнее сейчас, Камик проверенный. Я решаю, давайте, ладно, я Дине даю, согласен? Погнали. Короче, я понял. Ну, по остатку... Пусть Дина. Камик, ты себе хочешь взять, я не понял. Ром, ты понимаешь, что по остатку... Камик хочет на потом взять. Да. Они два красных. Чтобы, если красный... Так хотя хуй знает. Я думаю, команда красных... На данный момент команда красных, скорее всего, это Макривский, и кто-то из пары Дина Карина, где я подозреваю Карину меньше. Вот так я Ты меня больше подозреваешь? Но... Да. Я понимаю, синий, почему я красным у тебя стою. Я как бы синий. Я не понимаю, почему я как красному Камика стал. Ну, по той причине, что ты пытаешься за счет этого окрасниться, ну, один у меня, ну, по остатку получается. Если Рома синий, а всего... Почему Рома синий? По 10-бальной шкале, насколько сильно вам нужна дрель? Слушайте, давайте, может быть, все-таки выберем, давайте. Фашком или что ты имеешь в виду окрасниться в этой игре? Да, фашем, в этой игре имеешь в виду? Зачем мне самому окрасняться, что за бред? Ну, не окрасняться, а типа в синий цвет перевести. Бля, просто посмотри. Бля, Камик, ты опять играешь четвером с ними, пожалуйста, останови. Да, ничего не понял вообще. Кто? У меня есть проверенный синий, который нарисовал четкие цвета. У него 4 мафа, все в порядке. Все в порядке. Витюш, бери кого-нибудь. Короче, давай Дину, давай. Бери Дину. Все. Я изначально Дину хотел. Давай, только не давай мне 3 красных, пожалуйста.
Так, я выбираю, которую убрать, правильно? Да, в мусорку. Так, окей. Е-е-е. КС пришло. Ну, у меня, соответственно, две красных, одна синяя была. Так, у нас перераздача идет, правильно? Да. Да, все верно. Окей. И у нас в колоде 9 красных и, соответственно, 3 синих. Да. Я не знаю, вот у меня почему-то, я просто со своими подозрениями поделюсь. Что я думаю, рту? Ручка. А? Я думаю, что Джоин красный в этой игре. Я думаю, что Дина красная в этой игре. А, не-не-не. Ты Джоин все еще думаешь, что я красная? Я синий чел. Как у тебя камень? Смотри, ты нарисовал. Ты сказал Каме, что у тебя подозрительные игроки, я и Джоин. Подожди, Алсер, мы с Диной только нет, что Дина Джоин. Нет, Миша, как ты до сих пор я меня продолжаешь рисовать с фашистом? Дина, Читбаны, Дина, и между тобой и Каришей. Последний. Так мы с Диной только что синюю положили. Пошли, мы с Камиком, короче. Я понимаю. Сейчас. Камик, так, подожди, Камика вызывай. Михаил, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что? Как я до сих пор у тебя остаюсь красный? Это специальное зрение, Дин. Зашел к тебе на стрим и посмотрел. Дина, ЧБ, Карина, бля, хуйня. Стрим снайпер, я даже значит. Ничего не понял. Так. Дина, Карина, Маркривский получается. Так, если Камик сейчас там красный или Гитлер, и он выбирается канцлером, что будет? Я не Гитлер. Еще не сейчас, когда бордовыми становятся, когда бордовыми становятся слоты, а, вот там уже нельзя выбирать. Да, да, с четвертого. Ну, ладно, я тогда пусть будет. А вы, будучи на красном, Читбаны с Диной. Вы можете рассматривать, что мы два, только два. Камик. Да. Камик, да. Как ты думаешь, мне классно на красном два хода уже способствовать появлению синих карт на столе? Назови ну, команду Дина красный. Может быть синий. Ладно, раз. Дина может быть синий. То красный. Ты КС дал ему, Ваня, да? Ваня, Дина может быть. Мы здесь вдвоем у положили. У меня был КС. Как? В колоде осталось 7 красных, значит, сейчас карт. И 2 синих. Кого я беру с собой? Меня, Николай, бери. Флора? Нет, мы давайте просто. Меня ты сейчас взять не можешь. Я бы проскипал бы. Возьми меня. Не знаю, Камик, Алсиор и Джоин Тайм их брать нельзя еще. Я заскип. Я не слышала. Заскип. Нет, я не говорю, что вы красный, я просто говорю, хорошо, Джоин Тайм для меня точно красный. Ну, блин, Камик, Алсиор, вы опять, понимаешь, для меня Алсиор синий. ЧБ, он бикал предпоследнюю карту. Алсиор синий, Камик синий. Камик синий 100%. Получается, ЧБ красный. Мы можем быть красными. Да, Карина стала синий. Подожди, Камик, Алсиор, вы вместе играете? Я давала синие карты. Вы же я опять типа... Только... Они вместе с синие играют. Между да, Каришей и Алсиором третий красный. Хорошо, я если я сказал... не Алсиора, у нас Макривский вообще что-то ты делает. Ты не можешь сейчас меня взять. Ты вообще не можешь. Да, я знаю. Я думаю, то, что Карина красная. Я думаю, что Карина красная, поэтому я типа буду против. Джоин въехал в меня. Сейчас... Камик сказал, что не хочет меня с Джоином вместе в команду, после чего Камик проверился синим. Нет. Джоин говорил, что он синий сразу. И он у тебя все еще синий. Да, он сейчас. А синий. Кто красный? Для тебя Джоин синий? Нет, Джоин для красный. Меня красный. Джоин для меня тоже красный. Читбанет и между тобой и этот Кариной. По той причине, что... смотри, по той причине, что... ну, ты у меня более синий, нежели Карина. Камик, объясняю, Камик. Почему что-то я... Что-то Камик все игры путать пытается. Объясняю, почему я синий игрок. Потому что если бы я был фашем и достал бы ККС, во-первых, я не хочу положить четвертую синюю карту на стол. Во-вторых, я хочу положить третью красную, чтобы выбрать следующего президента своего фаша. Я понял. Поэтому мне нет мотивации никакой классика да, синюю карту. Камика, какая мотивация для меня два раза делать так, чтобы на столе появилась синяя карта? Плюс я что, фаш самоубийца? Плюс Дина говорит, что я синий. То есть ей невыгодно сейчас в эту версию играть. У нее получается ЧБ, ну, Карина назовите. И хорошо, нет, как раз ЧБ, и Карина и ты. Нет, ну, я не фаш, я еще раз вам говорю. Да, бедный ЧБ, благодаря ну, которому хорошо, две хорошо, карты синие. Давай, получается, Карина, Дина, ЧБ. А почему вы на ЧБ так говорите? Давай сыграем, хорошо, давай меня проверим. Я вам покажу, что я не фаш. Как тебя проверить? А если там сейчас... А, ну выбирает Рому. Карина с Макривским, погнали. Вы сейчас три красных вытащите. Нет. Да, там всем красные. Красный говорит Нейн, потому что Вась не выбрала. Нейн. Ты 100% красный. Типа, у меня есть команда Джоин, ЧБ и Карина. Просто по идее Джоина... Алсиору Камику я не верю. Джоин Тайм сразу у меня красный сначала. Камик проверенный синий, если что. Если ты мне не веришь, то... Хорошо, Алсиор, мы же проверены, это значит, что он типа 100% синий, да? Давайте Рому проверим.
Если ты не веришь Камику, то у тебя автоматически Макривский становится красным игроком. Красный, если ты не веришь мне, то у тебя автоматически команда красных за столом — это я, Камик и Макривский. Только такая версия. Бля, так, Карина выбирает Макривского. Ладно, пофиг, давайте пусть будет. Давайте его проверим. Давай. Алсер, и меня заодно проверим. Я буду с вами до конца играть, хоть вы и меня подзываете, я буду пытаться максимально. Мы как, я Эшкаем или Найнем? Я, да. Да за что вы меня вообще найните, алло, блядь? Сейчас не критический круг. Сейчас не критический круг. Поэтому можно... Сейчас кто будет проверять? Рома. Сейчас Рома. Просто смотрите, существует вероятность, при которой join time существует синим. Просто почему бы join time, не устраивала связка Макривский-Карина, если по нашей, вот по текущей версии у нас есть синий, это я, Дина и Камик, мы так думаем. А ЧБ, Макривский-Карина и join — три красных игрока. Соответственно, Джойна должна устроить связка Карина-Макривский, потому что либо Карина, либо Макривский — красный игрок. Ребята, а как насчет того, что Рома очень интенсивно подчеркивал синоту, синюшность Камика, упоминая про то, что у него ник горит синим и все такое? Потому что у меня ни разу не проверял, и типа я не видел, что там появляется. Кому логично? Подождите, если вы говорите, что Рома красный, почему тогда проверкам вы верите? Мы не ждали уже, что... Мы его сейчас проверяем. Смотри, даже если игрок красный, ему выгоднее. Пришло две красные. Камик победил опять. У меня три красные. Короче, Карина. У меня три красные у меня пришли. У меня три красные были. Ну, я не знаю, что опять ЧБ? Я говорю, Карина, ЧБ, Джоин. Ну, Джоин, я согласен. Ну, окей, Джоин, я согласен. У меня пришла три красные. Сейчас объясняю вам. Вот смотрите. Чего вы не проскипали? Карина, Макривский, Читбанит. Вы считаете, что в паре Карина, Макривский есть один фашист? Да, Карина. Отлично. В таком случае Join Time никогда не скажет на кандидатуре Макривский Карина, что он не хочет, чтобы они пошли. Потому что для вас там есть фаш. Для меня я не думала. Поэтому что... если Join Time говорит: нет, я ему дала две красные. Единственная мотивация Join Time сказать, что Карина Макривский нет, это если там два синих, или если. Ну, два синих и он красный, или если он синий, и там два красных. Ну, тогда ты получаешься красным. Друзья, Алсер, получается, ты веришь Join Time. Я думаю, что он может быть синим, потому что я не вижу мотивации ему красным игроком найнить связку Макривский Карина. Потому что у меня не было выбора. Так, кого мы сейчас президентом сделаем? За проверку, типа... Может быть, Макривскому выгоднее сейчас тогда Джоин Тайму проверить и подтвердить, что какую он например проверку? Там нет проверки. Нет проверок больше. Нет, все. Да. Следующее будет только убийство. Может быть, Карине взять президентом, например, ЛСО, канцлером меня или наоборот? Так, а Карина выбирает сейчас президента, нет? Я говорю, да. Я говорю, кого. Карина сейчас выбирает президента Камика, Камик берет меня канцлером, и все, или наоборот. Я не понимаю, кто с кем играет. Я тебя возьму канцлером. Так что, получается, если Джоин Тайм синий, то Алсер красный? Нет, тогда получается... Нет, почему не синий взять от тебя? Типа Дина более синяя, чем ты. И получается, если Джоин синий... Почему? Типа вы вообще на более синий. Подожди, Макривский, а почему ты начал вообще в принципе играть в версию, что Джойн Тайм может быть синий, если по этой версии я у тебя красный, а ты слушаешь мою версию красного игрока о том, что Джойн Тайм, я тебя пытаюсь обмануть. Бля, Миша, ты так путаешь, я вообще теперь не понимаю, куда мне президент отдавать, потому что вы мне с Диной теперь не говорите много, я не понимаю. Смотри, он красный. Синий, потому что он пикнул 4-й либеральный закон. Ему не было бы вообще никакого смысла это делать, понимаешь? Вообще никакого. А Джойн Тайму есть смысл. А Джойн Тайм не хотел нас с Кариной, потому что мы могли выдать последнюю синюю. Нихуя. Потому что из вас, сидит один красный. Я не думаю, что Макривский. Я думаю, он зря меня подозревает. Я не знаю, зачем. Ну хорошо. У меня не было. Я не подозреваю. Карина, Камик, для тебя Джойн красный, Камик? Нет, синий. Карина, назови тогда трех красных. Ну, я, кто еще? Может быть, Читбанит и кто-то между Диной и ЛСРом. ЛСР вряд ли. Он просто, он всегда... Да между нами с ЛСРом нет. Ну вот, у тебя недобор красных получается. В смысле недобор красных? У меня слишком много выборов. Получается, ты с ЛСРом не хотел, чтобы мы играли с Кариной, потому что мы могли последнюю синюю вытащить, и с вами по остатку ЧБ остается. Смотри, Макривский, я не знал. Хочет вы... Давать. Хорошо, получается, по версии Карины, у вас есть команда Макривский, Карина, два синих игрока. Вот, где получается у зачат, вас... У меня сейчас вырисовывается скорее Джойн, Макривский, Карина. Закон, но если играть от того, что Камик проверенный синий. Да. То есть я верю себе, Алсеру, ЧБ. Президента. Так вот. Я за Дину. Я не за Алсера, я за Дину. А кого канцлером тогда? Я бы лучше канцлером стала, чтобы точно не видеть. Я не знаю, ну Дина, да, Дину надо.
Нет, я не поставлю. Я буду голосовать нет, потому что она может быть. Подожди, Камик, ты Дине тоже не веришь? Может, да, может, она мне пишет. Подожди, ты веришь Джоин Тайму, не веришь Дине? Я верю, что Алсиор не может быть Гитлером. Калина, я вообще тогда не понимаю ничего. По твоей логике, если Макривский получается синий, он дает проверку Камика синевым, выбирай Камика президентом, а Камик выберет канцлера. Спасибо огромное, 3 месяца с нами. Чат курёчти. Им не выгодно. Чат курёчти. Спасибо огромное за самостоятельный рисап. Благодарствую. Ну да, да. И Диночка говорит. Игра больше запутанно получается. Камик, вот да ты, я либерал до мозга костей, алло. Все, Дин, все, убедил. Скажи, что ты либеральный. Дин, скажи, что ты либеральный. Либерал порвало. Я не могу, я параною, Не знаю, я на самом деле так вкину, что либерал. И именно либерал. Зо. Что? Все, голосуем за Дину. Сейчас ее отстреливаем на следующем ходу, получается. Так, кого канцлером-то мне взять? Карин, выбираем. А, ты Дину выбрала, да? Mm-hmm. Ну не тебя же. А почему не Камик? Вообще, я тебе так скажу, Карин, довольно потому странно. Довольно странно. Ты президентом? Просто, я президент, господа. Сейчас, я беру сейчас либо Алсиора, либо Камика себе канцлером. Подождите, пожалуйста, сейчас на секундочку. Карин, ты сказала на своей речи, что ты считаешь, что из пары Дина Алсиор, ты Алсиора подозреваешь меньше. Да я не знаю, кого выбрать. Ты не знаешь, кого выбрать, но я при этом... Я не сказала, что... Ну, ты сказала, что подозреваешь меня меньше. Я не знаю. Поэтому ты подозреваешь Дину больше. Я либерал до костей. Все, я тыкнула, я девка, костей. Мне можно. Давай, и ты дала Дине сейчас президента, который кого-то будет стрелять, ты дала президента игроку, которого ты подозреваешь. Правильно я понимаю логику? Да. Я думаю, надо голосовать ЕС, ребята. Получается, Дина у нас либерал. Подожди, Дина, ты реально между Камиком и Алсиором сейчас выбираешь? Да. Ведь тебе то тоже верю. Который, то, что Алсиор, который устроил перформанс в самом начале, и Камик, который против тебя сейчас топит. Ну ты красный. Дин, ну я не знаю, выбор такой себе, мне кажется. Дин, я верю, что в начале это был... Если ты либерал, то ты можешь сомневаться, не то что... То есть ты должна верить, что я либерал, проверенный, синий, а по той причине, что я в тебя параною, ты понимаешь, почему? Дин, а кто, по твоей версии, сейчас за столом фашист, вот в данный момент времени? А у меня скорее рисуются Джойн, Рома и Карина. Каким образом я вообще с Джойном в команде могу... Джойн, Рома и Карина не могут быть в одной команде, потому что Джойн сказал, что не хочет отправить на голосование Макривского и Карину. Его чем-то это голосование не устроило. Поэтому если Джойн, Алсиор и Читбанет. Супер. Тоже вот Джойна не устроил Алсиор. Его не устроило это прям в первом или втором ходу. Это что ж странно. И скорее всего Алсиор получается Гитлер, который нашел Джойна. Ну давайте тогда возьмем канцлером Камика, который у нас проверенный синий. Которые могут последнюю синюю карту. Проблема просто в том, что Дина и Карина, твои оба проверенные синие игрока, по твоей версии, говорят, что я у них синий, понимаешь? Точнее, у Карины я более синий, чем у Дина. А Дина говорит, что я синий. Я не знаю, Карина запуталась. Господа, Господа, давайте я Камика беру. Согласны? Да. Ты же, Дина, смотри, суть в том, что если ты сейчас выбираешь, предположим, канцлера не того... Выпадает, получается, красная карта, и ты убиваешь игрока. Да. Это будет сложное решение. Убрать, типа, ну, грубо говоря... Просто ты же убирать будешь, мы же тебе верим. Я Дину думаю, что Дина синий игрок, но я подозреваю Дину, потому что я выбрала Карина. Карину я очень подозреваю. Мне кажется, Карина красный игрок за этим столом. Вот я думаю, что Карина точно фаш. Так смотри, может быть, Карина тыкалась, искала своих фашей, будучи Гитлером? Нет, так этот Макривский, он же красный просто. Он, ну, у него. Не знаю, Камик, я тебе честно хочу сказать, что, к сожалению, в этой игре верю только Дине пока что, и все. Я понял, хорошо. Но гарантированно красный у меня пока только Джоин. Я не буду говорить, что ты красный. Подожди, красный игрок. Красный игрок доверяет. Короче, я думаю, что команда красных — это Читбанит, Макривский и Карина, и мы можем Дине смело доверять без правления. Ну, если Камик, если Камик фаш вместе с Макривским, то, ну, у нас игра плохая получилась. Бля, я не скликнул. Голосуйте. А, в смысле? Получается, либералы. Ура! Блять, такой косяк, я в этих правилах запуталась. Я так и знал, что я выиграл опять. Я могли выиграть. Зачем я Макривского заранее выбрала? Вот у меня вопрос. Это руина лютая была, я же мог, в принципе, на своем ходу красную кинуть. Изи. И сказать, что а-ля опять 3 красных. Но я, типа, опять, чтобы не спалиться. Это лютая руина. Мог. Мы знаете, как могли выбрать? И Камик подозревал Дину. То есть я бы мог сказать, что у меня, типа, я отправлял красную-синюю.
Один выбрал красный. Да, ты мог и менять чернить, и потом еще Солси. Ты мог выложить, Алсер, когда Алсер тебе давал карты, да, потому что на него так были подозрения. Алсер, нормально у нас разноцвет был, да? Бля, я нормально был разноцвет. Но ты же понял, почему потом ты стал синим? Потому что да, если да, бы да, ты был красным, ты бы отправил пати к Макривски, ну, Карина. Это типа было. Слушайте, я мы сразу могли вижу выиграть. Мы могли красных, выиграть, типа, потому что нравится. Я знала, что Макривский фашик, но я не подумала, что я его потом не смогу президентом выбрать. Смотри, если бы его выбирали канцлером, я бы был против, потому что он мог покупать мой голос. У меня было с самого начала. У меня функционал был. Если карту выкладывают после моего голосования, я функционально кого-то назначаю президентом. Все. Гитлер становится президентом. Мне надо канцлером стать. Канцлером? Да, Гитлера надо стать канцлером. Президент уже. Ну, президент уже ты неизбежно по кругу. Да, да, все нормально. Все, пока. Надо было мне, наверное, Камика Фашем назвать вначале. Это было бы круто, кстати. Слушай, ну если бы ты сложно с Фашем стала играть. Согласна, что ты на Гитлере так сделал. Не, я бы не сказал, что сложно, мне кажется, тут я ошибку главную допустил. Вот я реально, не, если просто... бы один либо две бы красных отправил, я бы начал на нее гнать, что она врет, что я и синю отправил. Чебо, тебе нельзя было Камика подозревать. Если ты подозреваешь Камика, ты называешь команду Макривский Камик вместе красные игроки, а это не вяжется за столом уже никак. Поэтому... Ну, может быть и так, да. Ну, короче, я зарубил, как всегда, блин, сори. Не переживай, ты что, все хорошо. Не, не переживай, ну просто, да, я мог выиграть. Ну, очень интересно. Вы сказали знак секрет, ребята, ребятушки. Ребята, я понимаю, у нас сейчас все, да? Да, все, закругляемся. Добрый, спасибо большое за игры, классно поиграли. Спасибо за игры, ребят. Витя Палачинка с первого раза очень круто влетел. Витя реально хорошо, да, мне кажется, он самый быстрее всех стянулся из всех, с кем мы. Мне тоже так кажется, да. Спасибо, ребят, приятно. Все, давайте, ребят, спасибо за игры. Спасибо большое, все, всем хорошего вечера. Один, спасибо большое за приглашение, всем удачи. Давай, счастливо.